Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет интересный обзорчик на обновленного ворожея с новым талантиком. Этот талантик, наверное, ему сейчас будет самый топовый, как и многим героям, у которых был, точнее, была каменная кожа. Вот священный огонь, новый наш талант, который увеличивает максимальное здоровье на 65, уменьшает получаемый урон на 50. Если сравнивать с каменкой, каменка всего лишь на 10% дает больше понижения урона, но она ничего больше не дает. А вот этот талантик получается именно для таких героев, как ворожей, да для любого танка будет топовым, потому что помимо понижения он еще дает 65% к здоровью. Это, я вам скажу, очень немало. И основной минус, как бы всегда, был то, что нашего ворожая в первую очередь сливала Фрейя, ну и другие герои. Вот сейчас посмотрите, насколько он живучий стал. То есть такой сборки он получается, ну, практически в два раза жирнее у вас, плюс еще и деф есть. Поэтому я в первую очередь как бы ворожаю поставил, потому что он участвует у меня практически во всех PvP локациях, то есть и для фарма, для всех локаций ему всегда не хватало жизни. А тут вот такая вот сборочка довольно-таки неплохо себя показывает. Но сейчас нас должны ушатать очень быстро. А может и нет. Посмотрим. Вот, наконец-то. Ну, против огнекрыла, конечно, это не тест. Давайте в королевской битве посмотрим. Сейчас я возьму. Создам пачку. Так, у нас будет Фрейя новая. Так. И сейчас мы поставим ворожея каменка. И поставим Анубиса танка. Мы попробуем вот такого вот Анубиса. Так, сейчас я быстренько соберу. То есть, если учитывать то, что каменка тоже, ну, можно и каменку ставить, но если у вас будет священный свет, то в первую очередь лучше всего поставить ворожаев, так как он используется во всех топовых пачках. Так, ремочка. Вот такая вот сборка будет. Ремочная и питомцем. Сейчас мы ему поставим, давайте, ангела. Потестируем, раз так. Ну, тут опять же это все рандом. То есть этот талант, как бы, я особо его не раскрою вам. Весь потенциал тут, единственное, что на Фрейе он должен более быть живучим. Вот самое основное здесь было, самая большая проблема, что нашего ворожая начинает считать Фрейя. Вот она, 117 тысяч, 120, 120. И все, практически все, его слили уже. Вот, конечно, я в три героя просто сейчас тестирую. То есть жизни у него маловато. Теперь меняем. Конечно, тут лучше ставить четвертую ремку, чтобы он вторым включился, а не первым, потому что сразу же режут у вас весь урон по нем. Так, артефактами давайте вместо кубка поставим тоже медальку пока. Но в кубке он лучше смотрится, и плюс психощит, если есть еще. Это будет получше. Вот смотрите, она сразу же его бьет, но он намного живучий. Если сравнивать с предыдущим. Даже вот так не крыл долбит. Тут видите разницу, да, насколько он живучий стал. Это три героя против пяти. То есть именно для этого, вот в частности, я сразу из-за того, что вражеская Фрейя каким-то образом всегда шатает огнекрыла. Ой, говорю, огнекрыла, не огнекрыла. Шатает ворожея.
Вот видите, он только вот слился. Из-за этого, как бы, я в первую очередь все-таки поставил ему, потому что как-никак 65% это немало. Так, давайте сейчас добавим сюда еще своих героев. Так. И давайте Асуру возьмем. Вот такой вот бандой попробуем это отжать. Алтарь. Ну, тут они не собраны. Попробуем хотя бы так. Ну, сейчас, конечно, надо все время переставлять, менять что-то, потому что, вот смотрите, мой еще, по-моему, даже жив. А вражеский он уже подсливается. Все, и моего слили тоже. Сейчас немножко по-другому расставим героев. Вот видите, он с пятой ремкой вторым долбит. Вот наконец-то включился, и сразу же ему урон режут. Но опять же против Фрейя. Фрейя и Огнекрыл вот сейчас его бьют. В принципе, выживают намного лучше. Этот талантик реально подойдет как и на Бигфута, так и на Рину, если брать там, кто им пользуется. Некрос тоже будет с ним более жирный. То есть Анубису он вообще будет топово заходить. Такой же, как с каменкой, корку ему ставить, и его практически не убьет. Вот. То есть талантик очень-очень интересный. И опять же, как новый талант, порочный пак убил БВшку окончательно, сначала грубая сила, теперь порочный пак, точно так же каменку. Вот все герои, которые у меня с каменкой, я со временем даже Асуру буду переделывать на священный огонь, потому что, ну, пока он самый топовый, скажем так, он тоже не блокируется, плюс 65% жизни любому герою, вот, выражаясь, что там у него, ну, у него всего лишь 161 тысяча. То есть то же самое, там Бигфуту нормально будет заходить. Многим героям, поэтому есть очень большая перспектива, скажем, этого таланта. Давайте сейчас пойдем потестируем. Я на забытую создам пачки. Так, что там у меня по пачкам брать? Так, дерево уберем тоже. Сейчас вообще эту пачку поменяем, пересоздадим. Не, давайте вот так сделаем. Афину сюда тыкнем. Можно было бы, конечно, Медузу поставим еще Рину. Сейчас я только гляну. Так, тут ремка стоит. Так, вот какой-то есть тоже с выражаем. Поехали посмотрим. Ну, у него послабее пачка будет. Вот смотрите, как героев посливали практически. Даже там Некрос ушатался почти. А этот ворожей еще жив. Тоже какая-то смешная у меня пачка. Вот тут Асура сейчас должен растащить их всех однозначно. Сейчас еще в этой пачке что-то поменяю. Дрейка уберем, Варлока уберем. Они тут не особо нужны. Поставим сюда Леди Леву. И Медузу.
Там будет поинтересней. Джимми, две куртки. Так, ну давайте начнем вот с этой пачки против Анубиса. Второй будет. Ну, нормально, в принципе. Вот мы их застанили. А, Атлантик. Жесть. Ну-ка, посмотрим сейчас. Не, ну тут Фрейя вражеская. Тут я уже, к сожалению, ничего не сделаю. Да, Атлант, конечно. Не в тему был. Не, не катит. На 12-м скилле, конечно, любой герой будет имбовым и круто себя показывать, но я сравнивал просто Каменку и кто бегал в Королевской битве. Те знают, что реального числа. Так, третья пачка была интересная, да? Давайте так. Уберем. Поставим вот такого вот, говорю, огнекрыла. Нет, не крыла, а Некроса. И Бигфута вот этого. Попробуем вот так вот. Поехали, еще раз нападем на него. Так, первое. Блин, ну я тут, конечно, могу сейчас до третьей пачки не дойти, но посмотрим. Ну, слейтесь. Отлично. Сейчас будет интересно посмотреть, как будет. Все-таки ворожей. Против топ-пачки стоять. Так. Да что, у меня Риббит еще живой даже. Жесть. А, у меня этот без скилла, я смотрю. В принципе, не страшно. Шестерук сейчас должен затащить, по идее. У него даже подарок. Вот, интересно сейчас будет посмотреть на это все. Так, смотрим. Вот смотрите, всех посливали, а этот еще до сих пор жив был. Так. Ладно. Сейчас попробуем сделать вот так вот Рину. То есть для саппорта такого, как ворожей, реально вот отлично, смотрите. Если сравнивать, сейчас поставить сюда Каменку, сейчас поставим на следующий бой Каменку, то реально с Каменкой он даже не будет такой жирный. В принципе, будет где-то приблизительно так же урон держать, но все-таки 65% жизни. Очень большая разница. Конечно, тут все рандомно, но кто поставит, тут не пожалеет. Так, Каменка ставим. Сейчас надо найти какую-то интересную пачку.
Плюс у меня еще стоит в снаряхе доспех. Это еще плюс 25% здоровья. Если еще психощит поставить, это еще плюс 20 в кубок поставить, это еще будет плюс. То есть можно его до ляма хп, думаю, можно набить. Так, идем сюда обратно. Точнее, не сюда, а вот сюда, на забытую. Так, поехали. Вот интересная пачка. Ну, как-то вот так вот. Я надеюсь, сейчас это тоже сольется. Мы сможем еще разок напасть. Нет, скорее всего, нет. Это мы затащим. И тут, скорее всего, мы затащим. Вот отлично, огнекрыл. Вот, неплохо. Так, тут мы посмотрим, что в третьей пачке будет. Завтра уже будет атака фортов, там на атаке фортов уже будет явно видно на разницу. Так, ну что, вы добьете его или нет? Лучше бы, конечно, чтобы не добили, и по времени можно было еще раз напасть на первую пачку. Не, все-таки добили. Так, а что у нас тут? Ну, я надеюсь, Фрея не затащит это. Там стрелок есть. Бля, это жесть. Ух, есть. Отлично. Так, пробуем еще разок. Создать команду, брать. Ну, видите, то есть намного быстрее он сливается. Но не хватает ему жизни. Там получше было. Так. Проверим, рандом это или нет. Тут как-то этот раз мы быстро раздали всю пачку. Вторую.
А тут у нас уже голубей побольше, но не успеем. Седна. Так, хорошо. С этим мы разобрались, то есть явно видна разница. Так, заберем пироженки, идем еще в рейдах, посмотрим. Мы сделаем сейчас другую немножко сборочку. Поставим его психощит, артефакт, кубок и ангела. То есть и жизнь, и защита будет. Поехали, посмотрим. Вот Фрейя его долбит и убила. Против Фрейи, конечно, приема нет. Так. Вот опять Фрейя, и как видите, пока неплохо смотрится. Она миссает, не попадает даже. Странная Фрейя какая-то у него. Конечно, тут и психощит решает, и миссы идут. Хотя она должна его, как предыдущие, 2-3 тысяч просто разобрать. Но что-то пошло не так. Ладно, поехали дальше. Следующего посмотрим. Так, тут у нас вражеский ворожей. Так, Рину или всех заагрим на себя. Да, сейчас заагрим всех на себя. Ну, опять смотрите, вот насколько он стал лучше урон держать. Причем героев нормально так его бьют. И повелитель бури, остальные. В общем, такая вот сборочка, не знаю. Мне она нравится больше, чем Каменка и все остальные. Так, ну-ка, Фрейя здесь. Ну, опять тот же самый прикол. Ну, бей, бей. Давай еще один раз. Ну, вот вам выживаемость. Конечно, там, скорее всего, Фрейя не вментирована. Но держимся. Это уже показатель. Уже даже под хранителем. Вот, наконец-то. Наконец-то. В общем, вот так вот, ребят. Не знаю, тест такой неоднозначный, конечно, получился, но... Завтра уже на атаке фортов. На битве гильдии я с ним, кстати, бегал. Вы видели, как он неплохо держал урон тоже от Фрей там и от других. То есть смотрится очень-очень неплохо. В первую очередь я бы советовал ему именно ставить этот талантик. Так как есть и другие герои, которым он подойдет, но все-таки ворожай, наверное, больше всех используется во всех локациях с таких баферов, скажем так, и хила. Поэтому есть смысл именно его усилить в первую очередь этим талантом. Ну а потом уже дальше всех остальных. Для них там и каменки может хватить. А так как у него жизни очень мало, и реально ему есть смысл придержать этот талантик и поставить. Сейчас дойдем до мест, посмотрим, если, конечно же, дойдем. Ну-ка, Варлок, удиви нас. Нет, что-то не то. Варлок уже не тот.
the devil. You mess with my head. You lied to my mother. Интересно, Миса сможет убить Варлока под отхилом. Не, что-то не может. Конечно, этих 65% жизни реально, наверное, все решают на по локациях именно для этого героя, потому что, ну, просто каменка, она, да, топовая, но жизни мало. И все время, блин, Фрей его долбила, а тут как-никак, хоть какой-то шанс, но он все равно выше будет. Варлок Вин. Интересно, интересно. Ладно, короче, не буду затягивать, потом уже его потестирую на PvP. Тут видос очень длинный получился, но думаю, для многих познавательный. Будете знать, кому в первую очередь ставить. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Всем пока.